Поэтому, пожалуйста, откройте конспекты на странице 79. Как я уже сказал, эта теория часто называется теорией естественного представительства Адама, или по-другому можно сказать о том, что мы присутствовали в семени Адама. И вот в чем суть этой теории. Все человечество существовало в Адаме, не по отдельности, но в семени Адама. Когда Адам согрешил, то вся его природа, которая была в нем, в его семени согрешила. То есть, согласно этой теории, утверждается, что мы все были в Адаме, как его потомки. Адам был прародителем, первым из людей. Конечно, никто из нас не пребывал в сознании, но все мы входили в природу, которая была у Адама. И в результате такого нашего единства с ним, когда Адам согрешил, то и мы точно так же согрешили грех. Адам в этом случае выступает не как наш представитель. Он сам совершает свой грех, но мы все присутствовали в нем и согрешили вместе с ним. Поэтому каждый из нас, так как все мы разделяем часть природы Адама, каждый из нас виновен в грехе Адама и заслуживает наказания за этот грех. Как же быть с прирожденной испорченностью? Она также передается всем людям от Адама. Хотя мы понимаем, что мы не можем говорить о вменении испорченности. Испорченность передается из поколения в поколение, точно так же, как передаются легкие или другие какие-либо органы в процессе естественного размножения. Но вот вина вменяется человеку. Затем, если вы посмотрите на страницы 79 и 80, в основном на страницу 80, то вы там найдете разнообразные аргументы, которые выдвигаются в защиту этой теории. И точно так же, как в случае с предыдущей доктриной, все они далеко не безупречны. А если так, то какова же альтернатива? Мы с вами показали, что пелагианство, точно так же, как и полупелагианство, не дает ответа на вопрос, как мы могли быть в Адаме. Мы с вами показали, что обе этих теории не истины. Если теория представительства также лишена оснований, то получается, что единственная альтернатива, которая у нас остается, это последняя теория, что мы присутствовали в семени Адама. И один из самых сильных аргументов, который чаще всего высказывается в защиту этой последней теории, заключается в том, что согласно этой теории Бог наиболее справедлив, чем, скажем, в случае теории представительства. Если вы помните, то согласно теории представительства, я виновен за то, что я не совершал. Этот грех совершил мой представитель. И если вы помните, мы также говорили о том, что у нас не было выбора, мы не выбирали представителя, мы не участвовали в голосовании. Просто Бог сотворил Адама и Еву и назначил Адама быть нашим представителем. Никакого голосования не было и в помине. Вот поэтому, в случае последней теории, мы можем хотя бы говорить о том, что мы сделали что-то, за что мы объявлены виновными. Мы согрешили в Адаме. Не просто Адам выступал от моего имени, я сам лично совершил греховный поступок, будучи в нем. И если я виновен за то, что я в действительности сделал, то тогда Бог представляется более справедливым, обвиняя меня виновным, потому что я в действительности совершил этот поступок. Это более справедливо, чем объявить меня виновным за то, что совершил мой представитель, которого я не выбирал. И затем, если вы посмотрите на то, что написано у вас внизу, 80-й странице ваших конспектов, а также 81-ю страницу, то вы увидите возражения против этой теории, а также ответы на эти возражения. И я хочу честно перед вами признаться,
что очень долгое время я лично считал, что вот эта последняя теория, согласно которой мы присутствовали в семени Адама, ближе к истине, чем теория представительства. И причина в том, что я нигде в Писании не находил стиха, в котором бы говорилось, что Бог назначил Адама быть нашим представителем. И я не считал, что аналогия, которую мы находим в 5 главе послания к римлянам, это строгая аналогия. И я также полагал, что если придерживаться последнего взгляда, то будет больше оснований заявлять о Божьей справедливости, чем в случае теории представительства. И, как мне кажется, я уже говорил об этом ранее на прошлых лекциях, не на основании всего этого следует утверждать об истинности того или иного взгляда. Но, тем не менее, к таким выводам приходил я, рассматривая тот и другой взгляд. И, как я уже сказал, вот эта доктрина о вменении греха Адама представляет собой камень преткновения для неверующих во Христа людей. Многие из них считают, что христианство — это несправедливая религия. Если Бог обладает властью спасти каждого человека и при этом спасает лишь некоторых, то это представляется несправедливым, особенно если учесть, что неспасенные осуждаются на вечную погибель. И вот эта доктрина о вменении греха Адама лишь подливает масло в огонь. Оппоненты христианства утверждают, что христианство — это религия, которая нечеловечна по своей сути, потому что многие и многие люди, согласно этой религии, осуждаются на вечную погибель. И если к этому добавить, что, ну, между прочим, в тот момент, когда Адам совершил первый грех, все человечество оказалось виновным. Этот грех вменяется каждому рожденному когда-либо человеку. Каждый человек получает смертельный сертификат, если можно так сказать. Причем уже в тот момент, когда Адам совершил первый грех. Многие люди, выслушав все это, скажут: «Ну так это ж несправедливо. Я понимаю, что я могу быть наказанным за то, что я сделал. Но почему я должен быть наказанным за то, что я не сделал, за то, что сделал Адам? Почему за это я оказываюсь виновным?» Представители последнего взгляда принимают всерьез подобные обвинения. И они говорят, что их взгляд, во всяком случае, представляет Бога более справедливым, чем в случае с теорией представительства Адама. На это наше обсуждение не заканчивается. Обсуждение темы, почему грех Адама вменяется всем людям. И прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы остановиться и позволить вам задать вопросы либо по теории представительства Адама, либо по последней теории. Да, пожалуйста. В Евангелии от Иоанна 1:12 говорится о том, что мы становимся детьми Божьими через Христа. А апостол Павел говорит о том, что Бог — это Отец всех людей. Что Павел имеет в виду? Помните, что мы говорили с вами не о том, что совершают люди после своего рождения. Мы говорили с вами о том, что каждый человек совершил еще до своего рождения, в Адаме. Так, чтобы ответить на вопрос, что имеет в виду апостол Павел, необходимо прочитать сам текст и рассмотреть контекст. Может, имеется в виду лишь то, что Бог сотворил всех людей, а не то, что Бог спасает всех людей. Если в тексте говорится о том, что Бог спаситель всех людей, то тогда следует задать вопрос, означает ли это, что все живущие на земле люди спасутся, что верен универсализм. Или в тексте говорится, что Бог — Отец всех людей в другом значении. И причина, почему я об этом говорю, вот когда мы с вами начнем разбирать доктрину о спасении, мы с вами остановимся на какое-то время и поговорим о том, на кого распространяется искупление Христа, за кого умер Христос, только ли за избранных или за всех людей. И вот тогда мы вновь вернемся к вашему вопросу.
Хорошо, да. Я хотел бы удостовериться, что я правильно все понял в нашем обсуждении написанного в 5 главе послания к римлянам. Аналогия не может быть строгой, так как в тексте говорится, что в Адаме умерли все люди, причем буквально все. Если бы аналогия со Христом была строгой, то это бы означало всеобщее спасение, так? Ведь если в Адаме все умерли, а в Христе все ожили. Все в случае с Адамом — это все жившие когда-либо люди. А все в случае со Христом — это те, кто уверовали во Христа. Так? Да, именно так. Под «все» мы понимаем всех людей, которые входят в определенную группу. И что это за определенная группа? Группа Адама с одной стороны и группа Христа с другой стороны. И мы с вами понимаем, что в случае с Адамом в его группу входят все жившие когда-либо люди. Но в группу Христа входят не все жившие когда-либо на земле люди. И что произойдет, если мы будем считать, что все в обоих случаях подразумевают всех когда-либо живших на земле людей, как в случае с Адамом, так и в случае со Христом? И тогда представляется, что если мы имеем в виду, что действительно все люди подразумеваются в обоих случаях, то это приведет нас к универсализму. Но так как универсализм не согласуется с Библией, то единственное приемлемое толкование — это если мы будем считать, что все, это в случае с Адамом все жившие на земле люди, но в случае со Христом это все, которые уверовали во Христа, и все люди в группе Адама действительно согрешили и действительно объявлены виновными. А все в группе Иисуса Христа совершают дела праведности Иисуса Христа. И если вы верите, что Иисус Христос умер за грехи каждого человека, то тогда вы должны считать, что каждый человек в потенциале может получить прощение грехов в жертве Иисуса Христа. И в потенциале каждому человеку может быть вменена праведность Иисуса Христа. Но праведность Христа не вменяется каждому человеку только лишь на основании того, что Иисус Христос умер и воскрес из мертвых. Человек должен ответить на призыв Христа. А должны ли мы что-то делать для того, чтобы грех Адама был вменен нам? Нет. Это еще одно отличие в этой аналогии. Хороший вопрос. Еще, пожалуйста. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, хорошо. Что же тогда у нас остается? И, как я уже сказал, долгое время лично я считал, что все, что у нас остается, это теория о нашем присутствии в семени Адама. Она кажется странной, но более приемлемой, чем теория представительства Адама. И во что же мы тогда должны с вами верить? Несколько лет тому назад я посмотрел на все это под несколько иным углом. И позвольте мне поделиться с вами, почему. И в своих конспектах вы можете найти раздел, озаглавленный «Два оставшихся вопроса и предложения». И что же это за два оставшихся вопроса? И позвольте мне остановиться на первом. И речь здесь идет о возражении против теории присутствия в семени Адама, которая основывается на 14 стихе 5 главы послания к римлянам. Некоторые богословы высказались так: «Что ж, хорошо, мы ознакомились со всеми аргументами защиты этой теории, но мы все-таки считаем, что есть один ключевой аргумент против этой теории, который просто невозможно опровергнуть. И если вникнуть в суть этого аргумента, то невозможно
с ним не согласиться. И что же это за аргумент? И сейчас мы с вами рассмотрим суть этого аргумента. И затем мы дадим ему оценку. Этот аргумент состоит из шести шагов. Или лучше сказать, состоит из пяти шагов, и шестой шаг — это заключение, когда делается вывод. И вот на слайде вы видите аргумент, который основан на 14 стихе 5 главы послания к римлянам. И как мы помним, Павел поднимает этот вопрос в 12 стихе, и затем в 14 стихе он, казалось бы, прерывает свою мысль и уходит в сторону. Но действительно ли это так? Давайте прочитаем этот текст вместе. Прочитаем с 12 по 14 стихи. Павел пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». И теперь, внимание, 14 стих. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея над несогрешившими». И это ключевая фраза. «Над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». И по сути эта фраза означает «тех, кто не согрешили так, как это сделал Адам». Адам, который есть образ будущего, или образ того, кто грядет. И если вы посмотрите на контекст 14 стиха, то вы увидите, к чему ведет этот аргумент. И давайте вместе рассмотрим, о чем же здесь пишет Павел. И как я уже сказал, это не шесть разных аргументов. Это пять шагов в одном аргументе, и шестой шаг — это вывод или заключение. Итак, 14 стих. Мы читаем, что смерть царствовала от Адама до Моисея над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Интересно, не правда ли? Ведь согласно второй точке зрения, разве не утверждается, что все мы согрешили, присутствуя в семени Адама? А если мы согрешили с Адамом, то как Павел может говорить, что смерть царствовала над несогрешившими? Ведь согласно второй точке зрения утверждается, что не только мы грешим после греха Адама, но мы согрешили грехом Адама. Мы согрешили таким грехом, каким он согрешил, в нем согрешили. И видите, к чему ведет аргумент? Хорошо, второй пункт. Тот факт, что смерть царствовала, означает, что наказание было вменено людям. Каким людям? Людям, которые не согрешили грехом Адама. Еще раз обратимся к 14 стиху. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея». И, внимание, «над несогрешившими, подобно греху Адама». Хорошо. Итак, смерть царствовала. Но ведь смерть — это наказание за грехи, так? Вот представьте, заседание в зале суда. Вы являетесь очевидцем происходящего. Перед вами обвиняемый, перед вами судья. И вот судья встает, читает приговор и выносит свое заключение: виновен. И как только обвинительный приговор объявлен, то наказание вступает в силу. И судья определяет наказание для обвиняемого. Вот примерно подобный язык использует Павел для того, чтобы выразить свою идею в этом стихе. Тот факт, что смерть царствовала, а смерть — это наказание за грех, означает, что наказание было вменено людям. Людям, которые не согрешили, подобно Адаму. Но наказание будет несправедливым,
если люди не являются виновными. А они не являются виновными, если они не согрешили. И согласитесь, было бы несправедливо наказать кого-то, кто на самом деле не виновен, так как не совершил ничего плохого. И тот факт, что в 14 стихе мы читаем, что эти люди были наказаны смертью, значит, они виновны. Но несправедливо объявлять их виновными, если они не сделали ничего плохого. Поэтому, должно быть, они согрешили, иначе они не могут быть виновны, и они тогда не должны быть наказаны. Но согласно 14 стиху, они наказаны. Поэтому они должны быть на самом деле виновными. И, как я уже сказал, они не могут быть виновны, если сами не согрешили. Но в 14 стихе написано, что они не согрешили, подобно преступлению Адама. Поэтому это все представляется очень странным. Идем далее. Третий шаг. Сторонники второй теории говорят о том, что люди согрешили до рождения, находясь в Адаме, так? Именно так они понимают 12 стих, в котором Павел написал «потому что все согрешили». Идем далее. Четвертый шаг. В 14 же стихе говорится о том, что они не согрешили до рождения, но, тем не менее, были наказаны. И вот по мере того, как вы все это пытаетесь осмыслить, я полагаю, что вам это непросто. И я полагаю, что вы думаете про себя, что-то здесь не стыкуется. И сторонники теории представительства Адама скажут вам, что не стыкуется это потому, что теория присутствия в семени Адама неверна. Из-за этого-то и нестыковка. Давайте еще раз повторим. Третий шаг. Сторонники теории присутствия в семени Адама утверждают, что люди согрешили до рождения, но уже в 14 стихе мы читаем о том, что они не согрешили. В 14 стихе написано, что несмотря на то, что они не согрешили до своего рождения, они, тем не менее, были наказаны. Как же это может быть справедливо? И если мы вспомним о том, что говорилось на втором шаге, а именно то, что представляется несправедливым наказывать кого-то, кто невиновен, и несправедливо объявлять кого-то виновным, если он ничего плохого не сделал. Именно в этом заключается второй шаг этого аргумента. А теперь давайте перейдем к четвертому шагу. Посмотрите еще раз на этот слайд. В 14 стихе говорится, что они не согрешили до своего рождения, но тем не менее были наказаны. И получается, что в свете тех требований, которые были озвучены на втором шаге, а также принимая во внимание четвертый шаг, то получается, эти люди все-таки должны были согрешить в согрешении Адама, который должен быть представителем этих людей. И это представляется единственным возможным объяснением 14 стиха, согласно этому аргументу. И представляется, что в 14 стихе 5 главы послания к римлянам речь идет о том, что люди не согрешили до рождения, но, тем не менее, они наказаны. И что же утверждает теория представительства Адама? А утверждается, что люди не согрешили до рождения в Адаме. Адам согрешил, будучи представителем всех людей, и посему справедливо вменить его грех нам. Поэтому получается, что перед нами некий путь, позволяющий нам согласовать 12 стих 5 главы послания к римлянам с 14 стихом, не пренебрегая при этом Божьей справедливостью. Но если мы так понимаем 14 стих 5 главы послания к римлянам и так понимаем Божью справедливость,
то тогда вторая теория присутствия в семени Адама не может быть верной, и теория представительства Адама остается единственной теорией, которая позволяет согласовать 12 стих послания к Римлянам 5 главы с 14 в свете Божьей справедливости. Пожалуйста, любые замечания и вопросы по поводу того, что мы только что с вами обсудили. Вскоре мы дадим ответ на этот аргумент, но пока я хотел бы посмотреть, все ли вам понятно. А ведь согласно теории присутствия в семени Адама утверждается, что каждый человек согрешил до своего рождения в Адаме. А Римлянам 5:14 утверждает, что люди не согрешили, так как согрешил Адам. Но как это может быть истина, если истина теория присутствия в семени Адама? Ведь люди могут согрешить до своего рождения только в том случае, причем не только согрешить, но и стать виновными за свой грех, только если Адам выступает в роли представителя всех людей. Если мы согрешили до своего рождения в Адаме, то тогда последняя теория верна. Но тогда это будет противоречить Римлянам 5:14, где говорится, что люди не согрешили в Адаме. Или, во всяком случае, так представляется. Вопросы или замечания, пожалуйста. Хорошо. Но действительно ли этот аргумент верен? Если он действительно верен, то все, что у нас остается, это теория представительства Адама. Потому что у этой второй теории не остается никаких шансов на то, чтобы быть истиной. Несмотря на все то, что мы до этого рисовали на доске, пытаясь доказать, что аналогия не строгая в 5 главе послания к Римлянам, 14 стих 5 главы противоречит всему, что говорится в этой теории. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.